Ребят, всем привет. Снимаю видео незапланированное. Вы меня там забомбили в комментариях по поводу как купить, как связаться, сколько стоит, дабы не плодить кучу-кучу комментариев, всем не писать. Решил снять просто видос, где рассказать, что, как, куда и почем и почему. Значит, видео так и будет называться, как купить суперстанок, как у Бербраера. Так, хотел бы начать с небольшого описания станочка. Значит, движок 1,1 киловатта, трехтысячник так называемый. Производство Харьковского Промэлектро. Движители очень качественные. Я их беру на заводе. Лично подделок нет. Как бы раньше пытался что-то там ставить. Некоторые бренды, которые продают в Украине, не буду называть. Но они оказались чистым Китаем. После первого сгорания двигателя по фотке определили, что виновник покупатель. При том, что покупатель запустил двигатель два раза. Ну, ладно, это отступление. Значит, что по станочку. У станка все массивное. Корпус, натяжные устройства, скоба. Все выполнено из 12-миллиметрового листа. Ригель 30 на 20. Сталь 45. Ролики 60 круга. 137 шкив. Значит, двигатель 220-380. Есть возможность его как на однофазную подключать, так и на частотник, так и на 380, без вопросов. То есть, кому как удобно. Почему делаю именно такой станок? Очень удачная, простая конструкция. Очень надежная конструкция. Фактически, купив такой станок, меняя периодически подшипники, и то в зависимости от того, как вы будете работать, он вам будет служить очень-очень-очень долго. Есть модификация такого станочка в поворотном варианте. Видео двигатель гриндер полная комплектация, посмотрите, там все есть. Значит, по поводу покраски. Там было пару комментариев, что типа то, все, там потеки. Может и да. Может где-то неровненько фасочка снята. Я на это особо не обращаю внимания, так как на работоспособность не влияет. А те, кто имеет гриндеры, в принципе знают, что и видят, после того, как он идет в работу, он покрывается слоем пыли абразивно, и даже сложно отличить, покрашен он или нет. Поэтому, кому принципиально какая-то покраска там супер идеальная, проходит мимо. Насчет вибрации. Вибрация... Как один человек писал мне в комментариях, балансировка 99,9%, потому что 100% невозможно. Ну, так вообще могу продемонстрировать. Я думаю, комментарии по этому поводу излишни. Значит, вчера тоже забомбили, ну, кто-то писал там, по поводу отправки за рубеж. Значит, смотрите, какая ситуация с этим. Отправить можно, без вопросов, запчасти отправляются, вопросов нет. Россия, Беларусь... Евросоюз, все это отправляется, но цена отправки не маленькая. Отправлять с двигателем не вижу смысла, так как двигатель, ну тут вес занимает не маленький, тут процентов 40 веса это двигатель. И платить за то, что вы можете купить у себя на месте,
нет смысла. Тем более двигатели стандартизированы. На этот станок становится как 1,5 кВт. Вот этот 1,1 кВт. Сюда становится как 1,5 кВт, так и 2,2 кВт двигатель без переделки. Единственный нюанс — это диаметр посадки шкива. Но это тоже как бы, ну, при заказе нужно согласовывать. И здесь 19 вал, например. Захотите 1,5 кВт поставить, будет там 22. 2,2 кВт тоже 22. Поэтому отправка с двигателем нецелесообразна. Разве что, если у вас какие-то знакомые, или вы договоритесь с кем-то, кто приедет, или там я подвезу в городе, отдам этот станок, и он сам его там будет вести в багажнике автомобиля, вопросов нет. Вот. Если рассматривать отправку почтой, то вижу смысл отправки без двигателя. Значит, ориентировочно без двигателя, вот в таком варианте, со столиком, вот он столик, со столиком, значит, потянет на $100. Много это или мало? Ну, немало, конечно, немало. Вот. Ну, а там решать вам. Потому что люди пишут, отправите, отправите, не вопрос, отправлю, но отправка без двигателя порядка $100. Кроме стоимости станка, естественно. Вот. Ну, движок купите, я думаю, без вопросов. 130-й фланец, 165 по болтам, и все пойдет. Вот. Значит, в дальнейшем, в принципе, станки постоянно улучшаю. Улучшаю, ну, по качеству изготовления тоже. Вот, у меня есть параллельно проект, ссылочку оставлю выше. Я восстанавливаю плоскошлифовальный. Вот, после того, как плоскошлиф будет запущен, я думаю, что вот эти все вещи будут шлифованы на плоскошлифе. Соответственно, будут еще качественней. Но при этом сказать, что сейчас некачественно, я не могу. Вот. Ну, соответственно, и цена будет, скорее всего, расти. Потому что чем больше ты времени тратишь на это все дело, тем ценник увеличивается. Значит, как связаться? Я в этом видео, я понял, немногие нашли мои контакты. Но в этом видео, в описании под этим видео, оставлю, кстати, описание самого станочка там. И под этим видео оставлю номер адрес электронной почты. На эту электронку можно будет писать с пометкой «Хочу купить гриндер». И потом будем уже вас ставить какую-то очередь, не очередь, кому как повезет. Ну, не то, что повезет, но просто первые люди, которые связались со мной после выхода видео, уже получат свои станки, остальным придется ждать. Ну, извините, я работаю сам, по-другому никак. Значит, ну и самый интересующий вас вопрос, сколько же это стоит? Значит, смотрите, на сегодняшний день такой станок, вот такой комплектации, естественно, с вот таким столиком, с таким столиком, стоит 9000 гривен. Это приблизительно $350. Вот. Поворотные, неповоротные, приспособы к нему, все обсуждаемо. Ну, цены озвучивать буду в личных переписках и звонках. Вот. Ну, естественно, при отправке будет отминусована стоимость двигателя, ну и приплюсована стоимость самой доставки, потому что за международную доставку платит отправитель. Поэтому, ну, оно там плюс-минус почти так получится, как стоимость двигателя почти получится в стоимость отправки. Ну, может, немножко дешевле будет отправка, чем стоимость двигателя. Вот. Как-то так. Ну, сейчас вам что-то точну для примера.
до примера. В общем-то, станочек простой, работоспособный. Пишите, заказывайте. Я думаю, всем желающим всем сделаем, но не сразу. Все, всем спасибо, кто подписался, кто ставит свой, пишет свои комментарии. Впереди много проектов. Скоро видео выйдет в ближайшее время по вот этому узлу. Собственно говоря, как его делает, как он делается. Далее проекты по плоскошлифовальным станке из гриндера. Параллельно идет проект переборки довоенного немца плоскошлифа. Будут самоделки, будет плавки алюминия, будут, короче, много чего интересного. Подписывайтесь и все увидите. Ставьте колокольчик.